твои родители лучше всех? Да, потому что они самые добрые и хорошие. А кто лучше, мама или папа? Одинаково. Ну, я люблю их всех одинаково, и не могу кого-то выделить. А почему? Потому что мама – это не папа. Я не знаю. Ну, наверное, она что-то для тебя хорошего делает, да? Ну, наверное, большая вероятность, да. Какой у нас сегодня праздник? Ты знаешь? День защиты детей. День защиты детей. Знаешь такой праздник? Да, только мне ничего не подарили. Ну, наверное, день, когда защищают детей. Это когда вот защищают вот детей вот. От чего? Ну, от врагов там.